Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать свой уход, который у меня уже тут многие средства практически закончились. Это уход дневной и ночной. Приобретала я все эти средства, ну почти все, кроме одного продукта, на сайте Фармакосметика. Я не сотрудничаю с этим сайтом, я уже говорила много раз, я являюсь таким же обычным покупателем, как и вы, у меня нет никаких супер промокодов и тому подобное, я просто отслеживаю скидки, я подписываюсь на рассылку, он, конечно, присылает мне этот сайт каждый день по нескольку писем, но отслеживая скидки, я приобретаю по очень выгодным ценам, намного выгоднее, чем в любых других магазинах, я уже об этом говорила неоднократно. Вот. Также хочу сказать, что мне скоро уже будет 36 лет, моя кожа сухая. Зимой она у меня часто становится обезвоженной, особенно когда морозы, и летом в сильную жару она тоже от этого страдает, от обезвоженности. У меня кожа также достаточно капризная, и я, скажем так, достаточно капризная в выборе ухода, поэтому я надеюсь, что это видео будет для вас интересным. Также, чтобы видео было более информативным, все ссылки, все названия я вам оставлю внизу в инфобоксе. Обязательно посмотрите, кого, если заинтересует, какие-то средства из тех, которые я вам сегодня покажу. Итак, девочки, вот мой дневной и ночной уход. Все эти, получается, ну, практически все средства – это профуход. И давайте я начну с дневного ухода, потому что он мне понравился. И здесь есть средства, которые я уже, ну, скажем так, приобретала неоднократно, мои повторы, да. Во-первых, вот этот тоник и вообще все тоники марки Holy Land, они по своему действию очень схожи с сыворотками. То есть это для меня это и тоник, и сыворотка в одном флаконе. Несмотря на то, что это водичка, как вы видите, это моя уже вторая баночка именно вот этого тоника, да, его название. И ссылку я, конечно же, оставлю вам внизу в инфобоксе. Хватает мне его надолго. Я его наношу руками на очищенную кожу, то есть не ватным диском. Реально, по своему действию, как будто бы я нанесла какую-то супер увлажняющую такую питательную сыворотку. Очень мне понравилось. Это я повторяю и буду повторять вот эти тоники еще много-много раз. Дальше. Средство для области вокруг глаз. Я вам уже показывала неоднократно его, и оно у меня, видите, уже подходит к концу. На скидках можно приобрести где-то за 1400 примерно вот это средство. Здесь у нас идет 15 мл. Хватает надолго. Есть версия. Это у меня версия крем. Есть версия, по-моему, крем-гель или что-то, или легкий крем, что-то такой, то есть облегченный вариант. У меня самый плотный вариант — это крем для области вокруг глаз. Очень классный крем, очень хорошо напитывает, увлажняет кожу. Зимой, когда вот у меня зимой кожа в основном такая сухая в области вокруг глаз в том числе, и вот это средство, это реально было мое спасение. Очень хорошо распределяется, косметика не скатывается. Он когда распределяется, да, немножечко вот так вот блестит, но потом хорошо впитывается, не липкий. И отлично увлажняет. И он не то, что, знаете, увлажняет, пока он есть на коже, вы смываете, и кожа снова сухая. Нет. Чем дольше я пользуюсь вот этим кремом, тем менее заметны становятся морщины. Они не уходят, но они становятся менее заметными, скажем так. Вот. Средство очень классное и еще даже уплотняет кожу. То есть у меня такая достаточно тоненькая кожа вокруг глаз, видны сосудики. И я обратила внимание, что кожа стала более плотной. Я всем рекомендую, уже не первый раз показывала вот этот крем. Часто пропадает из наличия, его очень много раскупают, очень много положительных отзывов. Действительно, он очень классный. Ну и сам уход непосредственно за лицом. Во-первых, вот эта сыворотка. Вы знаете, мне понравилась эта сыворотка. Единственное, эта сыворотка имеет такое свойство как бы антивозрастной. То есть он подтягивает кожу. И подтянутость кожи ощущается. Более того, она все больше и больше подтягивает кожу. То есть вы смываете вот это чувство подтянутости. Не стянутости, а именно подтянутости кожи. Оно проходит, но кожа все равно становится более плотная, более такая
Вот сыворотка, это мне понравилось очень. Имеет вот такую гелевую текстуру. Он липкий. Ну, как бы не сильно липкий, но сыворотка, да, вот это не сильно липкая. То есть, видите, достаточно чуть-чуть для того, чтобы распределить на большую площадь кожи. Кожа становится такая прям очень-очень классная. Единственное, что он, да, немножко такой липковатый. Липкость небольшая есть, но сыворотка очень быстро впитывается. Далее наносится обязательно крем. На эту сыворотку обязательно нужно наносить крем. То есть она не дает комфорт коже, да. Она именно подтягивает аромат у этой сыворотки. Как это такое морское, как может быть водоросли какие-то или что-то в этом духе. Мне очень понравилась эта сыворотка. Она у меня уже практически закончилась. И я думаю, что я, наверное, повторю. Вот этот крем, я наношу его вместе с этой сывороткой. В итоге дневной уход у меня отличный, мне он очень нравится, но без сыворотки вот этот крем просто крем. То есть, ну, ничего ни хорошего, ни плохого я про него сказать не могу. Да, неплохо увлажняет, видите, он у меня уже практически закончился. Обычный белый, хорошо впитывается, не скатывается косметика, не скатывается он на сыворотках, то есть отличный, но вот как бы не более того, то есть нету как никакого такого эффекта вау, что ли, от него. В паре они работают отлично, просто крем, как бы есть подешевле, тоже с таким же действием, я вот так вот скажу, да, то есть несмотря на то, что мне очень понравилась сыворотка, ну, вот как бы крем, ну, такое, ну, просто крем. То есть, если я еще раз повторю вот эту сыворотку, я еще раз повторю вот этот крем. Вот так вот. Но сыворотку я, наверное, повторю, но не на лето, а, наверное, на осень. Потому что она такая прям мощная. И подобные средства я стараюсь делать перерыв между ними, чтобы, ну, как бы как-то вот не привыкала, наверное, к таким суперконцентрированным средствам. Очень советую девочкам вот 40+, и так далее, да, даже 30+. Ну, все зависит от кожи, конечно, но советую этот крем. И также крем для области вокруг глаз. В покупках вы видели. Это от марки Calistar. Вообще хочу попробовать весь уход вот именно в такой в красной упаковке от марки Calistar. Единственное, что не очень удобная баночка. Видите, там по краям осталось и сложно достать оттуда. Но вот приходится ватной палочкой я достаю. Очень плотный, жирненький крем, который я наношу на ночь. То есть даже несмотря на то, что у меня сухая кожа, и я и днем могу использовать подобные средства, но его я наношу на ночь. Хочу попробовать еще ночной крем от марки Calistar. Его я повторю однозначно. Не летом, осенью я точно куплю. И вот вместе, наверное, с каким-нибудь ночным уходом от марки Calistar. То есть буду использовать. Мне понравился. Действительно убирает сухость кожи. Calistar люблю. Действительно, но он такой прям жирненький, девочки. Вот если не любите жирную такую текстуру, то не советую вот этот крем. Но я такой обожаю. Очень такой плотный. То есть любимчики вот... Вот они два для области вокруг глаз, которые я могу посоветовать для сухой и возрастной кожи. Вот эти два средства. Этот наносить на ночь, этот наносить днем. Прям советую. Ну и теперь то, что я буду ругать. Девочки, очень много читала отзывов положительных вот на эту марку. Я заказала 4 продукта и очень жалею, что столько заказала. Средства не дешевые, я их заказала с хорошей скидкой. Во-первых, вот такой тоник, на котором написано, что это укрепляющий тонизирующий лосьон, подготавливает кожу, тра-та-та, к дальнейшему обладает нежным отшелушивающим действием. По своему действию очень схож с тоником вот этой трехступенчатой системы Clinique, отшелушивающий тоник. Вот один в один, реально, даже пахнет, мне кажется, точно так же. Для сухой кожи в зимний период времени это вот too much. Просто, как вы видите, у меня его не так... Ну, то есть я его использовала где-то раз в неделю, наверное. Реально он хорошо отшелушивает кожу. Я думаю, что он подойдет для жирной кожи, для комбинированной кожи. Если вот вам нравилось, если вы пробовали вот от Clinique вот эту трехступенчатую систему, в которую входил вот этот тоник на спирту, который, да, вот это то же самое. Вот прям реально то же самое. Вот можно попробовать. Ну, не знаю, мне кажется, тоник от Clinique стоит дешевле, чем вот это. Я не куплю. Точно. Если вот я захочу какой-то подобный тоник, я... У Holy Land есть отшелушивающий тоник, который имеет такое нежное действие и очень хорошо отшелушивает. Вот это вот, он очень прям такой жесткий, грубый для моей кожи. Он сушит мою кожу. Дико причем. Хотя много положительных отзывов, опять же, да. А дальше. Вот такая сыворотка.
сыворотка. Это сыворотка в масле. 24 часа, имеет лифтинг и все остальное. На самом деле, вот странное средство, честно скажу, никакого лифтинга я не заметила. Есть питание, но может забить поры, что он, в принципе, у меня и делал. Вот, и вот я тут с горем пополам пользуюсь, конечно, но больше не куплю это точно. То есть вы наносите, это получается что-то вот такое блестящее, непонятно что, которое и как бы увлажнение, то есть не работает как масло, которое дает увлажнение, мощное питание, и не работает как сыворотка. То есть кожа моя без вот этой, без крема сверху никак не воспринимает. Но в то же время крем сверху, то есть видите, какая маслянистая текстура. И еще наносить крем сверху слишком много. Забивает поры вот эта вещь. И не делает, то есть не питает, не увлажняет кожу. Кожа при этом остается сухой. Вот в морозы я использовала, но это вообще было нечто, конечно. Утром встаешь, что наносил что-то, что не наносил, одна и та же история. Не куплю однозначно больше, потому что не понимаю. То есть лежит вот такая пленка непонятная, кожа не увлажненная, не напитанная, ничего. Что касается крема, крем более или менее, но опять же, это ночной крем. Для меня ночной крем, он должен как-то восстанавливать, улучшать цвет лица. То есть я с утра должна просыпаться с кожей лучше, чем легла, хотя бы чуть-чуть. Он этого не делает. Тоже, несмотря на то, что он выглядит как такой... Немножко имеет такую, видите, как гелевую текстуру слегка. Несмотря на это, давайте я чуть-чуть баночку так залезу, нанесу. Несмотря на это, он очень жирный. То есть использовать вместе вот это, вместе с этим, это очень жирно. То есть и в то же время вот эту сыворотку я не могу использовать без крема, потому что не хватает мне увлажнения. То есть лежит пленка, а что делает, непонятно. А крем слишком жирный. Крем используют только... Видите, он такой, он реально как вот масло вот это такое же, да? То есть крем вот этот вот использовала просто отдельно. После его нанесения я не скажу, что моя кожа становится лучше. Вот что-то там нанесла, да? То есть соотношение цены и его действия... Вот прям минус, вот прям минус ему, девочки, серьезно. То есть, ну, нанесла я, утром встала, у меня вот такая же блестящая кожа, видите, он не впитывается нисколько, как масло лежит практически так же. Блестящая кожа, не улучшил цвет, не смываю такой пленкой, и все как бы, что наносила, что не наносила. В общем, вот это просто провал, вот это все. Вот, и заказала еще вот такой ролик для кожи, для области вокруг глаз. Его можно наносить в течение дня, тоже использовать, да. Имеет вот такую штучку. Я его оставила, сейчас не использую. Буду использовать его летом, потому что зимой для меня это вообще ни о чем. То есть здесь просто такая, здесь даже не гель какой-то, здесь просто вот такая вот водичка, непонятно какая, да, вот такая вот. Какая-то как гелевая такая, что ли. Даже не гелевая, как какая-то... Непонятно. Вот увлажнение 100% мне не дает. Я думала, что это будет что-то такое мега увлажняющее. Столько позитивных отзывов, что так увлажняет, там подтягивает кожу и так далее. Ничего. Вот ничего. Буду использовать летом. Вот этот ролик действительно охлаждает. Наверное, за счет этого будет убирать припухлости, но не более того, девочки. Вот, ну, как бы... Ну, как бы вот эти все средства, вот это сушит средства, да? А вот эти все средства, вот ты как бы нанес, а что нанес, непонятно. Что-то нанес, что-то не нанес. Вот с этим то же самое. Но это я ставлю на лето. Вот эти текстуры вообще очень жирные, видите? Ничего не впитывается. Вот оно так и лежит, все вот это дело на лице. И чего, и ничего. И потом забитые поры только, и все. Несмотря на то, что я люблю такие текстуры, да. И при этом никакого даже комфорта кожи нет. И вот этот то же самое гель, но он как бы нанес. Не знаю, посмотрим летом. Потом, если что, может, в пустых баночках или просто отдельно вам расскажу. Ну, это, наверное, для девочек, у которых жирная кожа и которые, у которых есть какие-то припухлости. Если его положить в холодильник, то вообще, наверное, будет супер. Потому что вот это металлическое колесико, оно, конечно, охлаждает кожу, но как-то вот синячки не убирает, это точно. Вот, ну, наверное, припухлость. То есть, видите, какая история? И при этом вы смываете вот это пленочкой, и все.
ну, как бы вообще неинтересно. Вот это лично мне неинтересно. Так что вот такой вот у меня был уход. Вот эту марку я не повторю из этой марки вообще ничего. Но купить 4 средства и все 4 средства мимо, для меня это как бы достаточно странно. Так что на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Все ссылочки, как всегда, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Переходите, смотрите. Всех люблю, целую и до новых встреч.